Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые все видео слушатели моего канала. Сегодня будет, я надеюсь, небольшое видео, но оно будет посвящено, как всегда, отчасти каким-то социальным вещам в нашей жизни, экономическим, политическим и психологическим. Без психологии не обходится ни одно мое видео. В очередной раз я, значит, гостил у своих друзей. Мы замечательно проводили время, катались на лодочке, гуляли по лесу. В общем, хорошее лето, хорошая природа уральская такая. Значит, и я, в общем-то, наслаждался в кругу своих друзей несколько дней. Буквально там 2 дня мы там гуляли, там здорово было, природа красивейшая, просто наша уральская и так далее. Но, тем не менее, значит, помимо этого, я находился у них в гостях, у них есть телевизор. Я как-то в одном своем видео уже говорил о том, что у меня телевизора нет. Есть у моих близких, родственников, родных, да, есть телевизоры, а у меня телевизора, собственно, нет. Я как-то обхожусь от интернета, у меня прекрасный компьютер, там, таблет, PC и так далее. Я смотрю то, что мне хочется, не то, что мне навязывает, значит, наше телевидение Российской Федерации, а то, что мне хочется, вот конкретно какой-нибудь фильм, там, я не знаю, концерт, передачу или еще как-то. Ну, а, значит, мои друзья смотрят все подряд, приходят домой, как обычно, знаете, это бывает, пришел домой, тут же первым делом включил телевизор, и он так фоном играет, что-то там показывают, реклама идет какая-то, еще что-то. Но, тем не менее, значит, в чужом хозяйстве не особо покомандуешь, да, то есть вот они приходят, включают, я был вынужден смотреть этот самый телевизор. Программ очень много, я так понимаю, что там их несколько сотен, если подключить какой-нибудь IPTV, это я понимаю, приветствую и так далее, расширяю кругозор, но в основном это какие-то 20 или сколько-то там, 25 или 30, я не знаю, сколько каналов, вот как бы обязательных, так скажем, к просмотру гражданами Российской Федерации. Вот здесь вот придет такой скриншот. Я не знаю, все ли тут эти программы. Первый канал, Россия, матч какой-то спортивный, НТВ, детский канал, Маяк, Мир, СТС, Звезда военный какой-то, видимо, РЕН-ТВ, Пятница. Ну и я, можно сказать, был вынужден в некотором смысле смотреть все это. Значит, и вечерами, соответственно, 2 дня, 2 вечера мы проводили перед телевизорами, перед телевизором сидели. Вот. И я вот для себя выделил единственный канал «Культура». Собственно, как у близких родственников, я стараюсь только его включать и, соответственно, смотреть вот только его. Если мне там что-то нравится, какая-то передача, концерт, еще что-то. Это единственный канал, по моему мнению, который можно смотреть. А все остальное, переключая эти каналы, балуясь, да, то есть это дистанционным пультом управления, я попадал вот там на Радио России, Матч ТВ, НТВ, еще какие-то каналы, где, в общем-то, встречал я подготовил вот такую памятку, где, в общем-то, встречал только одно исключительно деструктивное поведение. И вот я пришел домой, сел, проанализировал то, что я вижу. Давайте вот я это сохраню, открою большим. Это буквально какая-то маленькая, небольшая часть того, что я хотел бы сказать в этом видео. Некая выжимка, некий итог того, что я понимаю по этому поводу. Повторюсь еще раз, я уже снимал видео по этому поводу. О том, что вот это все несет исключительно деструктивное начало. Этого смотреть нельзя. Это кровь, слезы, депрессия. Ну и, собственно, давайте я зачитаю. Я прям зачитаю, не постесняюсь, не пожалею времени.
написал вот такую памятку «Деструктивное поведение». Буквально это заняло у меня там несколько минут. Если хотите, я посмотрел там десяток сайтов, вычленил определенные как бы реперные точки и сделал маленькую, буквально там может быть сотой доли процентов выжимку из того, что понял, то, что несет наше отечественное телевидение. Какая-то грязь. Это не какие-то мои собственные впечатления, это впечатления на части моих друзей. Благо у меня телевизора нет, я лишен этой грязи. Они этой грязью живут, наслаждаются. Не скажу, что наслаждаются, но тем не менее она через них проходит. Я этого всего смотреть не могу. Итак, деструктивное поведение имеет множество проявлений, направленных как на самого человека, то есть интро, да, так и на материальные и нематериальные объекты внешнего мира, экстра поведение. Такое поведение может иметь импульсивное, внезапное или просчитанное влияние на объект, то есть как на самого человека, так и на какие-то внешние окружающие факторы этого человека. К целям деструктивного поведения относят уничтожение живых существ, убийство, издевательство, насилие, пытки, кровь, наркотики, полицейских, преступников и так далее, сознательное нарушение общественных отношений, террористические акты, и чего ждать от людей, если по этому поводу сплошной негатив по телевидению идет от этих самых показанных мною каналов, террористические акты, государственные перевороты, революции, нанесение вреда объектам природной среды или неодушевленным предметам. И вот я здесь выделил, как мне показалось, основные типы деструктивного поведения. Это любые формы агрессии, антисоциальное поведение, направленное против социума, аддиктивное, наркотики, алкоголизм, наркомания, ну и так далее. Суицидное поведение, направленное против человека, против самого себя, фанатичное, нарциссическая, аутистическая, конформистская. Вот эти перечисленные мною не по порядку и прочие типы деструктивного поведения мне показались наиболее значимыми, наиболее важными. Вот я их тут выделил и, соответственно, буквально вот еще раз повторюсь, сотые, тысячные доли той выжимки. Если вы заинтересуетесь вдруг темой деструктивного поведения, вы найдете, я уверен, 100% в том же интернете сотни, тысячи статей, книг, учебников, каких-то проявлений этого самого деструктивного поведения, начиная от музыки, концертов, каких-то дискуссий прежде всего, политических, экономических, на вот этих самых каналах, которые здесь приведены. Сколько их всего, я не знаю, но предполагаю несколько десятков. И еще раз повторюсь, для себя, все равно просматривая, сталкиваясь с этим явлением как ТВ, я вижу только единственный канал, который можно и нужно смотреть, и то с определенной осторожностью и так далее и тому подобными вещами, это канал «Культура». На нем я заметил, ну будем так говорить, наименьшее количество упоминаний. Все равно это тоже продукт эпохи, продукт нашей жизнедеятельности в Российской Федерации, в России. Тоже присутствуют такие явления в каком-то смысле, в каких-то проявлениях. Но, как мне кажется, в значительно меньшей степени, нежели в каких-то других проявлениях, ну, вот, основного нашего средства массовой информации, телевидения, как по Первому каналу, так там по каналу Россия-24, РЕН-ТВ, где кровь льется рекой, где бандиты соперничают с полицейскими в совершении противоправных действий, перемежая друг друга, где речь идет о грязных, агрессивных проявлениях, как направленных на отдельно взятого человека, так и на социум в целом. Вот о чем я хотел сказать в этом видео. Мне кажется,
Вы понимаете, о чем я говорю. Я реально, господа, призываю вас не смотреть телевизор, объявить, ну пускай будем условно говорить, некий бойкот тому, что происходит у нас по телевидению, просто не смотреть, не допускать до ТВ-3, до СТС, до ТНТ, где шутки ниже пояса и других шуток просто не осталось, и их нет. Это вам не интеллектуальные какие-то, да, проявления культуры и искусства, и в шутку, и всерьез, как говорится, это все очень-очень-очень плачевно выглядит. Поэтому объявляем бойкот телевидению, значит, политическим, экономическим передачам. Живем добрым, хорошим, светлым, чистым, ясным, прекрасным, культурными проявлениями, культурными вещами. Канал «Культура». И это не реклама канала «Культура». В моей практике, еще я помню, 20 лет назад в институте молодым человеком, конец 70-х, 80-х годов, институт, был у нас преподаватель, женщина, если не ошибаюсь, Грак, ее же звали, еще какой-то мужчина был, тоже что-то вел у нас, то ли логику, то ли что-то, ли культуру какую-то, ну, первые курсы медицинского. Вот у них тоже, я тогда очень сильно удивлялся, они говорили, вот мужчина и женщина, общие предметы какие-то, первый там курс, что я не смотрю телевидение или смотрю только очень ограниченное количество программ и передач. Для меня тогда молодым человеком было это все очень удивительно. Сейчас я понимаю, о чем тогда у них шла речь в их высказываниях на лекциях. То есть удивительные культурные люди говорили о том, что надо очень сильно стараться приучить себя к хорошему, к хорошей музыке, к хорошим вещам, к хорошим фильмам и так далее, и тому подобных вещам. К сожалению, вот это все, то, что вы сейчас видите на своих экранах, этого все не дает абсолютно. Надо все это перечеркнуть. Смотреть это все нельзя с точки зрения психики и здоровья человека. Все это ведет к ненорме, к деструктивному поведению, направленному как человеком на самого себя, так и на общество в целом. Такое вот у меня сегодня видео. Надеюсь, сегодня еще засниму еще одно видео. Очень у меня болит душа и горит сердце по этому поводу. Но пока вот так. Благодарю вас за внимание и удачи вам!